Подготовку к празднованию Нового года обсудили в ходе заседания антитеррористической комиссии в мэрии областного центра. Наибольшее внимание уделили обеспечению безопасности детей. Учитывая пришедшее на территорию области похолодание и необходимость проведения антитеррористической профилактики, в школах проводится целый ряд соответствующих мероприятий. Ведется подготовительная работа, проводятся дополнительные инструктажи с сотрудниками учреждений. Также проводятся дополнительные обследования зданий и территорий. В школы, детские сады и ЦДТ направлены повторно алгоритмы действий в случае возникновения непредвиденной или чрезвычайной ситуации, либо при обнаружении каких-либо неопознанных предметов. На предотвращение и профилактику возможных чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании направлены все заинтересованные службы и ведомства. Особое внимание уделят проведению в образовательных и воспитательных учреждениях новогодних утренников и праздничных елок. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.